Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагавадгита, глава 18, текст 55. Бхактя мама биджа нати яван яшча смитатватам таттумам таттвато гетва вишате тат анантарам. Постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Умозрительные рассуждения непреданных не дают им возможности постичь верховную личность Бога, Кришну, и его полное воплощение. Тот, кто хочет постичь верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа верховной личности Бога ему никогда не откроется. Как уже говорилось, нагам пракаша сарвасья, Бхагавадгита 7.25. Господь не открывает себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. Тому, кто занимается чистым преданным служением, открываются подлинные духовные качества и совершенство Верховного Господа. В 11 главе уже говорилось, что обрести знания можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. Занимаясь преданным служением, человек постепенно постигает Верховного Господа и входит в его царство. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурудхитамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья мановиштам стадитаме на бутале своям рупакадама ям дадати свападантикам ванча калпатарубешчам крипа сингупья первачам патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхактивиданта Свами Нитьянанда. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарьяни Нави Шешешу Нивади Пашчатя Виша Тарина. Бхакти Мама Биджанати Яван Яшчат Митатва Дха Татта Мам Татва Толкетва Виша Тета Данантара. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредоточивается на мне, он вступает в царство Бога. А здесь Кришна дает процесс, как можно постичь его. Все как-то постигается, материальный мир постигается, эмпирика, пять чувств для того, чтобы постичь материальную реальность. Материальная реальность ограничена, пять чувств ограничены, поэтому эмпирика ограничена. А какие-то вещи, умозаключения, они уже за пределами эмпирики. Один человек может увидеть преступление, какое-то событие, другой может увидеть, они могут быть совершенно разные выводы. Один может сказать, что вот этот человек, который там кого-то убил, вот он негодяй, убийца. А другой, который знает больше, может сказать, что это просто он отомстил, там, как что-то было до этого, что мы не видели. То есть, наблюдая одни и те же вещи, могут быть совершенно разные выводы, в зависимости от того, что у нас еще там в голове присутствует. Вот, поэтому просто знание, просто логика, они годятся в какой-то степени для постижения окружающего нас мира, но когда идет о высшей реальности, здесь должно быть что-то еще. То есть должна быть какая-то более, так сказать, еще тонкая философия, какая-то метафизика.
допустим, почему вообще вот какая-то философия, какое-то мировоззрение, какая-то концепция существует. Потому что, когда мы наблюдаем мир просто своими чувствами, своим умом, мы видим, что наши чувства не могут дать нам ответы на все вопросы. Допустим, я наблюдаю что-то, красивые цветы, ароматные люди, нарядные, ходят, улыбаются, все хорошо, казалось бы, замечательно, идиллия некая существует. Потом вдруг ни с того ни с сего что-то происходит, не знаю, там или какое-то землетрясение, или бомба падает, или еще что-то происходит, вот, и все разрушается, красота куда-то девается, люди могут заболеть, умереть, там, что-то как-то может распасться. Вот, я просто смотрю, я видел красоту, потом вижу разрушение, и то, и другое я фиксирую своими чувствами, но я не могу понять, почему это произошло. Мне, конечно, могут сказать, что вот есть законы там какие-то там физические и так далее, вот через связь вот с этими невидимыми законами произошли те или иные явления. Вот. Но иногда вроде бы ничего такого и не трясет, и бомбы не падают, но все равно что-то такое происходит. То есть я наблюдаю мир, и я вижу его неполноту, несовершенство. Это эти вот белые пятна, вот все то, что вот, как бы, какие чувства мне дают впечатление, но между ними не всегда есть связь, я не всегда понимаю, почему происходит так или сяк. А это мне нужна какая-то философия, мне нужно какое-то мировоззрение, которое все вот эти вот видимые вещи, которые порой где-то противоречивы, и тот человек родился, почему он обязательно должен умереть, почему ему не жить вечно, допустим, да в чем проблема, собственно говоря. Вот. То есть должна быть какая-то философия, которая вот это все, что мы наблюдаем чувствами, связывает в какую-то единую картину. Я говорю, я хочу понять, почему так происходит. Да? То есть человек – существо мыслящее. Как у нас есть ум, да, ману, братья отечества. Ману обозначает мыслящий, то есть здравомысленный человек, у кого есть разум. Вот он пытается все связать вместе в какую-то картину. Вот, то есть философия – это то, что восполняет пробелы нашего чувственного опыта. То есть что-то мы наблюдаем, вот, но мы не всегда эти вещи, чувства не отвечают на вопрос, как они связаны. Вот, поэтому вот, для того, чтобы какие-то разные явления наблюдаемые этого мира связать, нам требуется вот эта вот, философия, такая невидимая связь, которую разум обеспечивает. Вот, ну и она тоже, скажем, эта философия может иметь разные основания. Есть люди, скажем, которые сразу все объясняют Богом. Бог так захотел, такова воля Бога. Вот, есть люди, которые в принципе не приемлют Бога. Вот, атеисты, которые говорят о том, что мир это просто какой-то вот набор случайностей. Вот, или не обязательно атеисты, но вот материалисты, которые пытаются там какие-то свои материальные законы открыть, но эти законы не обязательно на Бога у них замыкаются. То есть разные могут быть там какие-то философии, разные могут быть мировоззрения. Вот. Итак, мы пытаемся вот из всего наблюдаемого нами мира вывести какую-то, может быть, цель для жизни поставить. Допустим, у животных, у них, поскольку они, скажем так, у них разум не проявлен, будхи не пробужден в полной мере, они не ставят себе больших целей, они что-то там поели, поспали и счастливы, так сказать, теперь они до следующей потребности физического тела, они там ходят, бродят где-то. Вот. Но люди не могут так жить, у них более развитый разум, и он требует каких-то более, решения каких-то более сложных задач. Именно по этой причине люди задумываются о смысле жизни. Вот. И люди ищут какую-то цель. Цели могут быть очень возвышенными, цели могут быть очень простыми. Допустим, сегодня вы хотите купить себе, там, съесть мороженое, такая цель. Да? Вот. Но эта цель, она рождена в вашем уме, она не существует нигде, так сказать, в мире, больше только в пределах вашего ума. Вот. Однако есть другие какие-то цели, и даже если мы не особенно их осознаем, нас общество нам о них напоминает. Например, если я нарушил какое-то правило дорожного движения, меня полицейский останавливает и говорит, уважаемый, так не ездит, в общем, ты нарушаешь правила, да? Может быть, это не входит в твою систему ценностей, но у нас такой договор, вот так вот в обществе приняты правила, да? Вот, или еще что-нибудь я такое сделал антиобщественное, я не знал. Вот, то есть меня приглашают определенные органы, и они мне там, сказать, делают определенные внушения, что я нарушаю какие-то законы. Вот, и поэтому, кроме каких-то там идей и планов, которые существуют в моем собственном уме, мне доносят, что есть какие-то вот еще другие идеи, вот, общепринятые какие-то ценности, да, что, допустим,
мы считаем, что воровство – это грех, или убийство, или насилие, или что-то еще. Это все грех, мы считаем, да? Это может соответствовать и внутреннему убеждению, не соответствовать, но знать, что, скажем, вот мы живем по таким правилам. Поскольку это часть общества, хочешь – не хочешь, нравится – не нравится, будь любезен, уважай. Вот. То есть мой опыт социальной жизни показывает мне, что кроме целей, поставленных мной в моем собственном уме, каких-то чувственных, вот, хочешь не хочешь, меня система подгоняет еще под какие-то цели, да, что по меньшей мере вот так и так и так я должен жить, вот, нравится, не нравится, уважаю, не уважаю. Вот. То есть общество заставит меня немножечко, так сказать, расширить свое представление о мире, там какие-то новые вещи для меня, так сказать. Вот. Но откуда мне знать, что эти цели объективны? Может, это просто применение силы, да, как говорится, вот, кто силен, тот и прав. Да? Может быть, просто подавляющее большинство собралось, и вот они какие-то законы приняли. Может, это и не объективные законы. И поскольку я часть этого большинства, мне говорят, ты с нами, значит, уже следует. Откуда мне, что это объективные вещи? Вот. Поэтому, кроме того, что мне навязывает общество в качестве какой-то морали или каких-то целей, в качестве каких-то законов, есть все-таки в нашем сознании тоже какие-то определенные такие тестеры, да, или, скажем, такие какие-то проверяющие определенный опыт, да, вот, потому что любой человек, совершая зло другому, он сам себя тоже чувствует плохо. Так. То есть получается, что, допустим, человек совершает преступление, почему убийца вдруг убегает с места преступления? Чем он там не стоит вообще и не радуется? Почему он сразу убил и убежал, да? Или почему он крадет потихоньку и сразу скрывает, заметает следы? То есть, если он считает, что воровство или убийство – это такое благо, ну пусть себя возрадуется этому благу, да? То есть, сам факт, что он убегает, прячется, скрывается, заметает следы и все прочее, уже говорит о том, что он понимает, что он зло какое-то совершил. Иначе бы он не вел себя вот так, скрываясь, пытаясь там каким-то образом избегать всех этих вещей. То есть, и совершая зло, он тут же начинает жить в страхе, в беспокойстве. То есть, совершенно очевидно, что, хотя ему кажется, что какой-то человек плох, вот его неплохо бы убить, да, вот, но там какая-то месть или что-то еще, он это делает, вот, но внутри он чувствует, что это неправильно. Его другие ищут, хотят наказать, и он сам мучается. Вот и бывает, что люди через много лет потом приходят с повинной и говорят, вот совесть замучила. То есть выясняется, что это не просто какие-то законы, навязанные нам обществом, большинством, какой-то закон джунглей, да, кто сильный, кто прав. Оказывается, что эти вот законы, которые, может быть, мы не всегда осознаем, они как-то и в нас тоже проникают, внутри у нас где-то в сердце, они тоже откликаются, все эти вещи. Поэтому, нарушив этот закон, украв, убив там, или там, оскорбив кого-то, я сам чувствую себя плохо. Вот, то есть получается, что вот эти вот законы – это не просто какое-то слепое навязывание миром мне своих ценностей, а что это действительно имеет какое-то вот отражение в моем собственном сознании. То есть, поэтому мое сознание – это тоже какой-то некий тест вот, на объективность каких-то вещей. Вот. Допустим, материализм – это такая концепция, которая отрицает вообще наличие каких-то вот объективных ценностей, объективных каких-то целей и так далее, моральных принципов. Вот. Ничего этого нет, поэтому, ну, как вот сам люди делают, как не знаю, так оно и будет. Вот. И Гитлер, кстати говоря, был большим поклонником Дарвина, вот, и он считал, что он осуществляет великую миссию, то есть, как бы, своего рода некий отбор, да, выживает сильнейший, или там, скажем, там какие-то вот такие вот вещи, что он считал определенные люди, определенных национальностей, это вот рабы, этих вообще быть не должно и так далее. Вот, и он от имени, так сказать, вот, Дарвина своего рода, в своей какой-то версии, да, творил свои злодеяния. Итак, если есть какие-то законы, которые, с одной стороны, мне общество как бы транслирует, передает, да, в детстве меня мама обучала, что такое хорошо, что такое плохо, да, потом общество в каких-то уже таких более, так сказать, изощренных формах, мне все эти законы, там, уголовный кодекс, гражданский кодекс, там, еще какой-то, да, всякие разные вещи. Вот, и я сам на своем опыте чувствую, что даже если за мной не бегают полицейские, я сам чувствую, что если я что-то вот неправильно сделал, мне внутри как-то нехорошо, как-то вот я чувствую себя неловко сразу от этого, что я что-то бы нарушил, да, какой-то вот грех, да, что это не просто грех, это какое-то вот такое общественное давление, да, что вот мы договорились и решили, что это грех. А мне самому нехорошо от этого, когда я вот это я чувствую. То есть я
Могу убедиться, что все те вещи, какие-то вот, ну, не знаю, законы или принципы, ценности, которые мне общество транслирует, что они верны в изрядной степени. Может быть, там какие-то у них трактовки не всегда, так сказать, идеальные. Но по сути, в принципе, они верны, потому что мой опыт это тоже подтверждает. Вот. Итак, так сказать, если вдруг мы решили провести какой-нибудь научный эксперимент, да, по поиску Бога или по доказательству Бога, как мы вообще узнаем, что мы его нашли? Да? Потому что, допустим, наука, она ведь вся основана на так называемом управляемом эксперименте. То есть мы можем экспериментировать только с тем, что мы управляем, с тем, к чему мы управляем. То, что вот ниже нас, то что вот под контролем нашим чувством. Да? Я могу налить жидкость в пробирку, смешать одну с другой. То есть и жидкость, и пробирка, они в сфере моей досягаемости, в сфере моего контроля. Да? Я дозирую все эти вещи, я наблюдаю, я нагреваю, охлаждаю, наблюдаю, записываю. Да? То есть называется контролируемый эксперимент. Вот. Но если, допустим, мы решили провести эксперимент вот по поиску Бога, как мы узнаем вообще, что мы его нашли? Какие критерии? То есть, в данном случае эксперимент может быть, но он точно не управляемый. Вот, потому что вот, Бога его называть какой? Всемогущий, да, вездесущий, всезнающий и так далее. Он все включающий. Вот, и по самому его определению вот, мы оказываемся частью его творения, то есть маленькая часть его творения. Вот, если мы поставили себе цель постичь его, найти его, доказать его, то как мы это будем делать? Совершенно непонятно, с научной точки зрения. То есть эксперимент может быть, но он не контролируемый, потому что Бога мы контролировать не можем. Да? Вот, то есть здесь какой-то другой должен быть подход. То есть какие-то другие законы постижения Бога. Вот, закон, кстати, само по себе слово довольно интересное. Кон, это вот как кон, конец, это вот некое ограничение. Вот, например, бесконечность, да, кон это конец, а бесконечность это без конца, то, что не имеет конца. То есть закон это то, что лежит за ограничениями, то есть всякими границами. Кон, а? То есть это то, что выходит за пределы, за концом, за завершением, что материальный мир, он ограничен. Вот, у него есть, имеется конец. Конец, да? Вот. Закон, это то, что за этим концом, за пределами этого конца, за пределами всех этих ограничений. Вот. То есть закон, он обладает такой всепроникающей, всеобъемлющей природой, он за пределами всего находится. Вот. И поскольку, согласно ведам, мы знаем, что мир наш конечен, ограничен, то есть яйцо, анда, да? Брахманда называется такое, яйцо брахма ограниченное. Вот. Закон это то, что приходит из-за его пределов, из-за вот этих вот конечных форм, вот, и определяет здесь различные порядки. Вот. И есть законы познания определенные. Вот. Как это все с Богом возможно сделать? Вот, например, если вы куда-нибудь пришли наниматься, какую-нибудь очень крутую компанию, вообще суперкомпания, развитая, мощная, вот, и ей от вас ничего не надо, вот, но она может дать вам все. Вот, и вам каким-то образом, вот как вы можете убедить их взять вас на работу? Только одним способом. Когда вы узнаете их условия, понимаете? Потому что вы им не можете диктовать условия, они от вас независимы, но вы от них полностью зависимы. Вот, и поэтому, если вы хотите попасть на работу в какую-то очень престижную, такую солидную компанию, у вас нет никакого другого способа их убедить, принять вас к себе, кроме как удовлетворить их. Никак иначе. То есть вы должны им понравиться реально. Да? Это означает, что во время вот этого интервью или собеседования вы должны себя так вести, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Они говорят, ну ладно, попробуем, хороший работник, да, вроде, так сказать. Адекватный, сговорчивый, проявляющий какую-то лояльность и так далее. Вот. То есть с этого начинается вхождение в какие-то вот такие, ну, могущественные системы, иначе никак. Да. Вот. И то же самое, что если мы хотим каким-то образом, так сказать, вот, с Богом какие-то начать отношения строить, абсолютно то же самое. То есть Он независим от нас, а мы зависимы от Него. Вот. Поэтому здесь мы не можем диктовать условия эксперимента.
мы не можем использовать элементы. Но если мы хотим, так сказать, что-то почувствовать в духовном плане, вот, то здесь только, так сказать, это возможно, если мы принимаем эти условия. Итак, вот это вот условие, которое ставит Кришна, это вот как раз то, что мы прочитали, 55 стих 18 главы, «Бхакти мама пхиджанати». Меня можно понять или познать только через процесс бхакти, преданного служения. Это и есть ваш вход, то есть никакого другого входа в Царство Бога не существует. Вот. И совершенно очевидно, что какие-то вот эти все тонкие такие вещи и все прочее, это, может быть, не каждому человеку можно объяснить, это вещи тонкие. Допустим, если ученый что-то там доказал свое, он не идет в ближайший пивбар, там местным алкашам спрашивает, ребят, как ваше мнение по поводу моей последней теории? Они его не оценят, да? То есть для того, чтобы его оценили, для этого ему нужно что-то объяснять, говорить квалифицированным коллегам. Вот, то есть, иначе нет. Большинство людей в науку просто верят, они будут ученые, доказали там что-то. Но чтобы понять, что именно они доказали, это нужно быть ученым, нужно быть квалифицированным человеком, иначе никак невозможно. Вот. То же самое, когда мы говорим о доказательстве Бога и так далее, это тема для разумных людей. Вот. Разумные люди – это люди, которые понимают, по меньшей мере, что мир не ограничивается материей, что в этом мире существуют, кроме материальной энергии, еще духовная энергия, сознание, какие-то более тонкие закономерности и так далее. Вот, потому что, ну, допустим, как мы говорили с самого начала, мы наблюдаем, что вот есть люди, вроде бы они начали одинаково, да, вместе росли, в одном дворе родились, в одной школе учились, там еще что-то, может быть, даже в один какой-то университет поступили. А потом смотришь, разошлись, да, один там что-то у него как-то неудачно, семья сложилась, карьера не сложилась, а у другого наоборот все в рост пошло, да. И мы понимаем, не понимаем, почему так, да, то есть люди начинали, стартовали одинаково, все, а потом вдруг одного все наперекосяк, а у другого наоборот все хорошо пошло. Вот, то есть как это так, вроде одно, есть один диплом, вроде люди примерно с равным разумом, почему так, да. Вот, то есть и не введя такое понятие, как карма, да, что вот есть какая-то вот индивидуальная линия судьбы, что есть какой-то ряд обстоятельств, без этого мы просто не поймем. Просто не поймем, почему, да? Если судьба – это все, что вот я сам себе рисую и прописываю, то почему происходят какие-то, ну, неприятные вещи в судьбе? Это что, я сам себе такое спланировал, что ли, да? Люди же не прописывают себе там всякие там несчастные случаи и так далее, они же не планируют, да? Вот, но один вот проскочил, а другой попал там под машину или еще что-то произошло. Как так, да? Вот, то есть, хочешь не хочешь, нам приходится каким-то образом объяснять, что вот, кроме этих всех наблюдаемых факторов, есть какие-то еще тонкие закономерности. Да? Вот, если есть закон кармы, то возникает вопрос, этот закон восстановления справедливости, то кто вообще имеет это изначальное понятие справедливости? Кто его установил? Почему он должен существовать, закон справедливости? Почему, так сказать, зачем он вообще, говоря, нужен? Да? То есть, если существует закон справедливости, закон кармы, да, это обозначает, что кто-то этот закон контролирует, с кого-то он исходит, и это явно не мы, да? Потому что если бы я мог так легко свою карму подкорректировать, ну, что там, подкрутить, как громкость, да, больше, меньше, там, холоднее, теплее, любой человек может у себя там в машине кондиционер включить, выключить, музыку включить, выключить, вот, но к своей карме мы такого доступа легкого не имеем, да? Что вот так вот просто раз, я взял и поменял свою линию судьбы. Вдруг там стал из брюнета блондином, там, или еще поменял цвет глаз, или вдруг раз поменял свою карму, был больным, стал здоровым, был бедным, стал богатым. Это вот я сам себе такое прописал. Да? То есть мы видим, что мы хотим чего-то, вот, но не всегда наше желание так легко осуществляется. То есть мы как будто бы на какие-то вот тонкие такие ограничители наталкиваемся, и мы не понимаем, что это такое. Почему один человек легко прошел эти ограничения, попал в какую-то другую, в элитный слой, да, попал, а другой человек не может выйти, вот он где-то вот ограничен как-то вот своим таким вот положением. То есть, если мы не введем вот это вот понимание, что кроме материи, кроме сознания,
кроме Бога, есть какие-то вот еще вот этот вот закон, закон ответственности, закон справедливости, этот вот закон кармы, жизнь будет полностью непонятной, да? И это как раз уже сфера философии. То есть мы не видим карму. Но если мы философски понимаем этот закон ответственности, вот и все. Теперь я наблюдаю и говорю, вот по-деловому, или вот это произошло за то, а это за это. То есть философия помогает мне понять вещи, которые непонятны с позиции чувств. Почему с этим человеком произошло то, а с этим произошло это. Да? То есть философия, она уравновешивает, связывает вещи, которые на чувственном уровне не связаны. Да? То есть это вот уже разум, философия, она позволяет мне все это понять, увидеть. Да? Вот. Но в любой науке, в любой философии, в всех этих вещах, всегда есть некий какой-то вот стартовый аргумент, вот, который называется просто словом аксиома. То есть аксиома — это утверждение, не требующее доказательств, называется по определению. Допустим, вот вся геометрия, она основана на аксиомах. Нет аксиом — нет геометрии. Вот, допустим, там говорится, что прямая линия рассекает плоскость на две полуплоскости. Это аксиома. С этим спорить невозможно. Что открытый угол равен 180 градусам. Это аксиома. Мы это не обсуждаем и не оспариваем. Понимаете? Вот, если говорится, что вот на прямой три точки, то между двумя может находиться только одна из трех. Все. Это аксиома. Понимаете? Вот, то есть, если их не принять, то не будет никакой геометрии. Потому что она вся на этом основана. Вся абсолютно. Вот. Точно так же, допустим, если мы не вот эти вот, есть такая философия, солипсизм называется, это люди, которые утверждают, что единственное, в чем мы можем быть уверены, то, что существует в нашем уме. А все остальное мы уже не можем быть уверены. Что есть мир, что вот сейчас вот я нахожусь в этой комнате, да, я только вот знаю, точно уверен, что это есть в моем уме. А вы есть или вас нет, я точно не знаю. Этот дом, он есть или его нет, я точно не знаю. Может быть, все это кажется, может быть, это просто проекция моего ума. Это такие вот немножко шизики, ребята, их называют, ну вот как субъективные идеалисты, или вот солипсизм, да. Вот. Если мы к таким не относимся, если мы относимся к более-менее, так сказать, адекватным людям, вот, то мы говорим, вот существует материальный мир, хотя этот мир доказать невозможно. Как вы докажете, что материальный мир существует? Ну как вы докажете? Вот его просто доказать невозможно, вы просто все согласились, что он существует, понимаете? Потому что солипсисты говорят, его нет. И они по своему праву, потому что мы им доказать не можем. Эмпирически доказать, что материальный мир существует, невозможно. Как только вы начнете любое физическое событие этого мира доказывать, тут же возникнет вопрос об адекватности вашего доказательства. Потому что то, чем вы доказываете, нужно само доказывать. А потом, чем вы доказываете ваше доказательство, это нужно тоже доказывать. И поэтому мы попадаем в такую логическую петлю, понимаете? Вот потому что если по-строгому придираться, то сам метод доказательства, он тоже нуждается в доказательстве. А то, чем мы доказываем метод доказательства, тоже нуждается в доказательстве. Все, мы сойдем с ума. Это называется вот такая круговая порочная логика, мы пойдем вот в эту вот систему. Вот. Поэтому мы не будем заниматься, люди говорят, хватит. Мы просто уверены, если говорить, материальный мир есть, есть. Вы чувствуете, чувствуете. Все, это у нас аксиома, понимаете? Мы не будем копаться во всех этих бесконечной круговой логике и так далее. Вот. То есть материалист начинает с того, что он, в отличие от этого солипсиста, говорит, материальный мир существует. Ты чувствуешь, чувствуешь, тебе горячо, и мне горячо, ему горячо, ей горячо, всем горячо, все, доказали на уровне чувств. Да. То есть точно так же и в духовном плане есть некая как бы такая вот аксиома, которая не оспаривается. Да? Эта аксиома, ее формулирует Веданта Сутра, что Ом Джан Мадзе Сиатаха, абсолютно истинное, то, из чего все исходит. И это не оспаривается. Как аксиома геометрии, да, не оспаривается и все. Это вот нечто, потому что если это то, что называют веды свата-прамания, самодоказательная истина, свата-прамания, прамана тут такая, свата означает самостоятельно, свата-прамания, то есть то, что не нуждается в других доказательствах, но является доказательством всего остального. Вот. То есть, и вот если этой вот свата-прамани нет никакого фундаментального принципа, на котором все остальное держится, мы болтаемся в воздухе, нам не от чего отталкиваться, мы не можем ни к чему прийти. Вот поэтому любая система, она устанавливает свои аксиомы, такие самодоказательные вещи, и от них она уже строит все остальное. Там какие-то все остальные вещи, они базируются на этом. Вот. Бог является вот такой вот своего рода аксиомой для верующих, вот Веданта утверждает эти вещи. Все существует просто потому, что Бог существует. Почему существуют вещи? Почему они существуют? Вот. То есть что-то существует, потому что есть некая необходимость. Почему существует компьютер? У людей есть некая необходимость.
Вот все. То есть это удобная машина, в ней можно хранить информацию, через нее можно создавать документы, слушать музыку, смотреть кино, связываться с другими людьми, какие-то решать задачи, там, заниматься каким-то дизайном, кучу всего можно делать. То есть необходимость, да, и вот раньше это я делал это там, а это здесь, это у меня был музыкальный центр, это был телевизор, это была печатная машинка, это была куча всякого барахла была. А теперь у меня одна штука, в ней все это, да. Вот, и я думаю, очень удобная вещь, да. Вот, то есть у меня есть некая необходимость, поэтому есть какая-то вещь. Почему в этой бутылке есть вода? Потому что у меня есть необходимость пить воду, да, регулярно. Все, и поэтому существует. Вот, то есть вещи существуют. Почему есть рюкзак? Потому что как мне вещи носить? Я же не жонглер, да, мне нужно все это как бы в одно место положить, за плечи неудобно. Да? Вот, то есть почему существуют диктофоны? Потому что у людей ослаблена память, они так не помнят, и нужно записать все эти вещи. Почему существует видеокамера? Потому что у людей есть потребность. То есть что бы мы ни посмотрели, почему существуют вещи? Потому что у кого-то есть потребность. Почему существует пища? Потому что кому-то нужно есть. Почему существует воздух, вода? Почему существуют цвета? Чтобы радовать глаз, понимаете? Почему существуют цветы? Чтобы их нюхать, глаза наслаждались там, и так далее. То есть, если мы посмотрим на любое явление, которое существует, выясняется, что у кого-то есть потребность. Даже самые какие-то, может, омерзительные существа, нам кажется, зачем они нужны? Для кого-то это пища. Они нужны кому-то как пища, понимаете? Допустим, может быть, я не радуюсь, видя там какую-нибудь муху или таракана, да? А лягушка, допустим, обрадуется, потому что для нее это пища, да? Вот, поэтому все существует, потому что есть некая необходимость. Вот, Бог создает мир для чего? И создает это разнообразие для чего? Для того, чтобы разнообразием наслаждаться. Все. Допустим, люди разнообразие, у них на кухне, да, вот у них там в этой коробочке там рис, в этой гречка, в этой то, это все. Все. Почему такое разнообразие? Потому что мы хотим разные вкусы испытывать. Вот овощи разные, вот фрукты разные, вот цвета разные, у меня в коллекции разная музыка, разные фильмы. Почему это все? Потому что я хочу наслаждаться разнообразием. Откуда эта идея? Это идея от Бога. Вот, поэтому вот это вот все разнообразие мира, оно существует. То есть, если я, допустим, окружаю себя неким разнообразием, и вот мой дом заполнен там всякими разными вещами и все прочее, почему они существуют? Потому что у меня есть необходимость. Вот, точно так же в мире существует разнообразие разных видов жизни, форм, там, всяких образов, звуков, вкусов, обоняния, осязаний. Почему? Потому что существует чувство, и у каждого чувства существует определенная потребность. Вот. И, допустим, вот у этих самых у древних греков у них знание называлось термином логос. Вот. И изначально логос — это вот некая как бы идея в уме Бога, что есть некое высшее разумное существо. И у него в голове вот эта вот идея, логос, да? Вот, разумная идея какая-то. И на основе этого логоса, этой разумной идеи, он разумно творит мир. Вот, поэтому мир познаваемый. Поскольку мир создан логично, он познаваемый. Если бы он создан был нелогично, он бы не был познаваемым, понимаете? То есть невозможно было увидеть никакие незакономерности, вообще что к чему, непонятно как. Если вам привели один пример, второй пример, вы уловили, так сказать, некий какой-то стереотип, уловили некий алгоритм какой-то, говорите, я все понял. На основе этого примера вы теперь применяете его к разным другим явлениям и как-то мир постигаете, да? Поскольку в голове Бога, вот этот вот логос, у него все логично, поэтому в мире существует определенная логика, и мир становится познаваем, это очень удобно, да? Вот, и теперь на основе этого логоса, вот этой некой идеальной, скажем, вот, стартовой божественной идеи, теперь существуют разные идеи. Логос проявляется в чем? Физиология, да? Биология, какая-нибудь там космология, еще какая-нибудь политология, да? То есть это разные науки, разные сферы жизни, в которых проявляется, как Бог устроил их. Вот этот божественный логос, он в разных этих вот логиях, науках, филологии там еще где-нибудь проявляется. То есть как Бог своим логосом, да, своей логикой устроил эту сферу знания, эту сферу знания, эту сферу знания. И, допустим, отсюда мы понимаем, что если мы знаем Бога, логос, тогда все остальные логии, науки, они открываются. То есть он есть ключ к пониманию всех остальных вещей. Поэтому, допустим, если вы изучаете ведические науки, вот, любая ведическая наука, будь то там аюрведа или что-то еще, астрология, они все начинаются с Бога. Они все начинаются с описания творения. Что вот подскоку, ну, эти все вещи, они в творении существуют материально, да. Вот любая, так сказать, вот эта вот шаста, они все начинаются с этой темы, с ришти, творения.
из Бога изошло то, все эти элементы, потом как они там взаимосвязаны, стихии. Вот, то есть, чтобы понять, что все вот эти вот как бы тонкости этой науки, они все завязаны на этот высший логос, на Бога. То есть он некую логику, некий алгоритм какой-то вложил, да, и теперь наука, если мы имеем этот вот ключ, логос, да, она любая становится постижимой. Мы начинаем понимать, да, что во всех этих вот логиях, во всех этих биологиях, зоологиях, морфологиях и так далее, есть некий логос, есть некая какая-то, какой-то разум вложенный, и поэтому вещи определенным образом организованы. Вот. И то же самое, допустим, там это, допустим, греческая традиция, да, но принцип верный, что все вот это вот знание, все эти науки, они все исходят из него. Но самой главной наукой является не вот эти вот логи, изучающие материальный мир, а теологи, то есть наука о самом Боге. Не о том, что он создал. Все остальные науки – это науки, изучающие его творение, различные аспекты его творения. Тонкие, грубые, психологии, там, психику изучают, физиология, тело изучают. Да? Вот, то есть это все науки, изучающие творение. А теология – наука, изучающая самого Творца. Вот, то есть она изучает именно уже его желание, что он хочет, кто он такой, чем он живет, собственно говоря. Да? И в этом плане Гаудия и Вайшнавы имеют самую, пожалуй, развитую теологию, потому что они описывают, во-первых, Бога в трех аспектах, Брахман, Параматма, Бхагаван, и теперь, когда они дошли до Бхагавана, они его описывают уже во всем многообразии, да, аватары, формы, шесть типов аватар, всякие разные там, Пуруша-аватары, Юга-аватары, Гуна-аватары, Манвантара-аватары, Нила-аватары, Шактявеша-аватары, да, они описывают многоуровневый духовный мир, да, тут, скажем, сначала описывают Девидхану, материальный мир, потом граница миров, да, вот это вот Сиддхалока или вот обитель Шивы, потом пошло Брахман, потом Харидхама, обитель Вишны, потом, значит, пошла все эти самые уже, ну, Вайкунтха, да, потом выше пошли все эти вещи уже до Кришны. То есть более развитая теология, собственно говоря, не существует. Вот, поэтому и описывается уже и качество Кришны, и описывается вот эти, как, допустим, вот такой текст, как этот Лакху Бхагаватамрита Рупа Госвами, он описывает там всякие эти значит, различные формы Бога, Вибхавы, Виласы, там, Свамши и прочие разные, Кала, то есть все многообразие, какие-то там тонкие отличия и так далее. То есть такой теологии вы больше не найдете. Вот, если мы не изучаем теологию, да, придется изучать биологию, все остальные логии, все эти вот логосы, божественное творение. Хотя, так сказать, в идеале мы изучим самого Творца, вот самый вот изначальный вот логос, который теперь все остальное сделал логичным, все остальное сделал системным, и все остальное, что мы, собственно говоря, постигаем. Вот. Итак, мы тоже часть этого разнообразия. Вот, и если низшее хочет познать высшее, то вот как мы привели этот вот пример, да, с собеседованием в какой-то серьезной компании, хотите быть приняты, понравьтесь им, сделайте что-нибудь, вот так сказать, чтобы они почувствовали, что вы свой, что вы, так сказать, человек верной системе, что на вас можно сделать ставку, вас стоит вкладывать, да, вы как бы человек, который будете достойно представлять эту компанию. Вот. Точно так же Кришна объясняет все эти вещи. Хочешь понять меня? Единственный способ – бхакти-мама-бхиджана-ти. То есть он проявляет любовь ко всем, а теперь осталось нам ответить тем же самым, проявить любовь к нему. Все. От нас не требуется какая-то вселенская любовь ко всем. То есть она является естественным следствием после того, как человек полюбил Бога. Да? Вот. И поэтому бхакти – это и есть тот самый процесс, единственный верный процесс, при помощи которого малое может понять большое. Это эксперимент, но неконтролируемый, да? Потому что мы эксперимент контролировать не можем. Вот этот эксперимент контролируется только Кришной. И он, по мере того, как мы, так сказать, очищаемся, он нас пропускает во все более и более сокровенные сферы. Да? Как вот мы там читали, что это в Бхагаве там про семь врат Вайкунтхи. Да? Зачем эти семь врат? Да? Степень сокровенности все больше и больше открывается. Что этих вот четырех кумаров их тормознули на седьмых вратах Вайкунтхи. Да? То есть шесть они прошли врат Вайкунтхи, на седьмых они сказали, стоп, ребята, дальше нет. Вот. То есть это обозначает, что истина
она открывается поэтапно человеку, ну или хотя бы даже без какой-то всей этой эзотерики, то есть вот то, что мы просто говорим, да, открывается сначала какой-то некий универсальный закон, тот же самый логос брахман по-нашему, вот некая всеобъемлющая природа, вот, или может быть логос, он даже больше соответствует параматму, такому вот именно логически организующему принципу, да, скорее логос это к параматме больше имеет отношение. Вот. Но выше, чем это, выше, чем просто какое-то вот логическое постижение мира и всего вот этого замысла Творца, то, что интересует ученых, интереснее, чем замысел Творца, сам Творец. Сам Творец, отношения с ним. И вот эти вот отношения, с ним это и называется бхакти. То есть бхакти это и есть та самая технология, тот самый ключ, при помощи которого вот, мы изучаем высшую науку наук, не просто все эти логии и сотворения этого материального мира, а теология, наука о том, кто создал все остальные сферы знания. Потому что как бы, эти все сферы знания, они просто нужны, потому что у нас есть интерес познавать. Не было бы у человека интереса познавать, стал бы он там копаться, там кого-нибудь там расчленять, разрезать, изучать. Вот зачем это ему надо вообще, собственно говоря? Поджарь и съешь, да? Зачем тебе это нужно, это все изучать, что с чем связано и так далее? Вот потребность знания у живого существа есть, да? Что это животное просто поймало свою жертву, он там ее не препарирует, не изучает, так это туда, это сюда, там что с чем связано, сколько там пальцев у него не считает, да? Просто глотает, не глядя, и все. Никакой другой потребности нет. А люди говорят, о, как интересно, да, и рассматривают все это, изучают, а почему, изучают свойства, потребность, сознание, чит-то, да, стремление, вот, и почему это все? Потому что мы части этого создающего существа, этого самого логоса, поэтому вот это вот стремление логически как-то познать, обосновать, все это построить, оно в нас также присутствует. Вот, но, я говорю, ученые, они просто затормозились вот на изучении, на логическом обосновании творения этого мира. А люди с трансцендентным сознанием, они будут выше. То есть им интересно не творение, им интересен уже Творец. Вот, и не просто для того, чтобы как-то чуть-чуть с ним сделать, да? Вот, а для того, чтобы не его себе подчинить, а наоборот, так сказать, ему подчиниться. Вот, и это может сделать только существо, которое лишено зависти. То есть вот как в самом начале 9 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне, поскольку ты независлив, я сообщу тебе самое сокровенное. Такая интересная квалификация, да. Если, допустим, для того, чтобы стать ученым, нужно иметь просто какой-то вот сильный разум, независимо от того, завистлив или независтлив, какие-то моральные качества, не имеет значения, да, вот постижение материи. Но вот для постижения Бога самая главная квалификация – анасуяве, ты независтлив. Хоть ты не завидуешь мне, ты мой друг, Кришна говорит Арджуне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание, при помощи которого ты избавишься от всех страданий. То есть требуется не какая-то не интеллектуальная сила, не интеллектуальная характеристика, а некая моральная характеристика, духовная характеристика. Быть свободным от зависти, да? Быть свободным от зависти обозначает, что меня не пугает идея служить Богу. Я ее нормально воспринимаю, она меня не встречает никакого сопротивления внутри. В то время как если у людей сильное эго, сильная зависть, он говорит, что кому дослужить? Нет. Моя идея независима, заработать там денежки побольше и все, так сказать, ноги на стол и отдыхать, да, все, вот я независим, так он думает. Вот. То есть, если у человека есть вот эта вот зависть, все, он не квалифицирован для постижения теологии, высшей науки. Все остальные логи он до определенной степени может постигать. Вот. Но когда идет уже наука высшая, стоп, тут другая квалификация, все, уже силы разума маловато. Вот, потому что если у человека сильный разум, но у него есть зависть, а Кришна не позволит ему войти вот в эти высшие сферы. То есть, потому что наш разум, он не совсем наш. Вот, в Шримад Бхагаватам Сута Госвами объясняет, что разум – это проявление параматмы. И параматма либо даст нам знание, либо не даст нам знание. Даст понимание, не даст понимания в зависимости от нашего отношения к тем или иным вещам. Вот. И когда речь идет о материальной сфере, тут, пожалуйста, можно познать то, можно познать это. Вот. Но когда речь идет о постижении верховного, стоп, здесь уже как вот эта вот глубинная проверка на вшивость. То есть, что ты хочешь, собственно говоря, от жизни? Твое кредо, да? То есть, вот какова твоя позиция? Ты по жизни кто? Слуга или наслаждающийся? Наслаждающийся, окей, продолжай наслаждаться дальше. Три мира в твоем распоряжении, крути здесь сколько хочешь. Да? Вот. Но если человек
уже поменял эту внутреннюю концепцию, переосмыслил, все, теперь уже включаются другие возможности. Теперь у него это уже это вот отсутствие зависти, это и есть его пропуск в высшие сферы. То есть теперь его разум уже может войти в Кришну. И Кришна говорит, я как там вот эта последняя фраза, что значит, татумам татватог ятва, и познав меня таким образом, вишатет адонантарам, он вступает уже в духовное царство. Хари Кришна. Вопрос? Я опоздал, если я хотел задать вопрос, который у меня был. Может, Мадбар, это можно? Пожалуйста. А сейчас, секунду, вот по теме ни у кого нет, вот из того, что прозвучало, что может быть дополнительный вопрос еще хуже. Да. То есть вы говорили о том, что если существует, то это кому-то надо. Да. То есть существует мы, значит, мне нужен Бог для его. Совершенно верно. Вещи существуют в нашем окружении, потому что они нужны нам. А мы раз существуем, значит, мы нужны Богу. Для его наслаждения. Естественно. Потому что мне нужна, так сказать, мне нужен холодильник для моего наслаждения. Мне нужен банан для моего наслаждения. И, значит, если я есть, значит, я нужен Кришне для чего? Для его наслаждения. Что-что? Простите, мы врата Вайкунхи? Да. Единственное место, где я нашел объяснение всех этих многослойных врат Вайкунхи, это один текст, который принадлежит Мадхва Сампрадая. Вот, у них эта тема очень развита. У них вот это вот все устройство Вайкунхи, прям там карты детальные, что там, где как находится этой Вайкунхи, там где какие ворота, как называется, куда все. То есть, поскольку у них цель Вайкунха, они так мыслят, то есть вот Мадхва Сампрадая, цель Вайкунха. Вот, поэтому у них Вайкунха, она там вся детально написана, во всех деталях. Вот, и у них там есть, где-то даже, держу, меня где-то, не помню, здесь или здесь, где-то я откопал, долго искал, но откопал какой-то текст вот, с их описанием вот, вот этих всех технических устройств. И там они описывают эти вот, все разные врата. Ну, то есть, да, четверо кумаров, они не прошли последние седьмые врата, потому что они не были преданными. Они были трансценденталисты. Все, то есть они были очень квалифицированными людьми, все, отрешенными, чистыми, там, свободными от разных вещей. Вот, но они не были активными преданными еще пока. Да? Вот, поэтому их вот на этих вот седьмых вратах Вайкунхи их тормознули, сказали, ребята, пока нет. И только потом, когда они вот Вишну появились, сказали, что тут происходит, да, и вот они ощутили этот аромат листьев Туласи с его стоп, и их сознание изменилось. Теперь из просто трансценденталистов они стали вайшнавами. Все, уже совсем другое сознание. Примерно так. Вы говорили, что карму невозможно изменить. Я разговаривала с одним астрологом, и он говорит, а вот давай, ну вот, местный. Я не сказал, что карму невозможно изменить, я сказал, что к ней нет вот такого прямого доступа, как вот к какому-то, знаете, инструменту, да, что, допустим, вот с чего-то у вас сейчас, если у вас слишком громко, вы можете взять сами и сделать потише, понимаете, или наоборот погромче. То есть это как бы вещи легко регулируются, да. Но, допустим, если по вашей карме чего-то там у вас очень много или очень мало, да, то здесь вы не имеете такого прямого доступа. То есть вы можете до какой-то степени там как-то что-то смягчить там и так далее, но вы не имеете такого вот прямого доступа. Потому что не вы контролируете карму. Вот зачем я. Вопрос, действуют ли вот такие штуки, как вот эти янтры, мантры? Действует все что угодно в зависимости от веры. Понимаете? Если вы думаете, что у себя там в квартире повесите какую-то янтру или просто какую-нибудь там мантру повторите от какого-то там от Сатурна или от какого-нибудь Раху, да, если это автоматом сработает, я вас разочарую, автоматом ничего не сработает. Вот. Но если вы поймете, что источником их всех негативных явлений, всех позитивных явлений и всех этих янтр и так далее является Кришна, то вот, веря в Него и поклоняясь там какой-то янтре или какую-то мантру, вот тогда сработает. Понимаете?
А если вы думаете, что эти вещи все сами по себе, какой-то мне дали там такой технический ключик, да, от чего-то там, янтру или мантру, и вот сейчас я там, значит, эту янтру повешу, мантру произнесу, и все там, все замечательно у меня будет работать, так это не будет работать. Вот, поэтому здесь основой всего, допустим, вот как Кришна объясняет, в 17 главе Бхагавад-гиты, он там, ближе к концу, интересную вещь говорит, что, сейчас вам скажу, значит, вот, любые жертвоприношения, пожертвования или аскезы, совершаемые без веры во Всевышнего, о сын Дрихи, приходящих, их называют асад, и они не могут принести благо ни в этой жизни, ни в следующей. То есть, любой ритуал, янтра, мантра, неважно что, да, то есть, любой ритуал, любое как бы такое вот внешнее действие, которое вы совершаете без веры во Всевышнего, называется асад, бесполезно. Вот, поэтому все эти механизмы, они работают только тогда, когда вы понимаете, на чьей энергии они работают. Кто вот этот процесс инициировал тогда? И то, как бы, это сработает, может, не обязательно так, как вы хотите. Вот, потому что Кришна, он, так сказать, ведь не зря какие-то вещи нам дал или не дал. Вот, то есть, и поэтому, если он не дал, то не потому, что забыл дать. Вот, а не дал, потому что, может быть, нам это или не нужно, или не заработали, да? Или наоборот, что-то он дал вот, по какой-то своей причине. Вот, поэтому, если вот наша просьба или наша молитва, она соответствует его плану, да, все срастется. Вот, если у нас один план, мое желание продиктовано чем-то там своим наслаждением, а у него на меня другой план, то при всей своей, так сказать, доброте и мягкости в некоторых вопросах он неумолим. Вот, и поэтому кто-то там чем-то заболел, да, вот там все преданные за него молятся, все там яги совершают, мыслимые и немыслимые, человек ушел все равно, да. Вот, то есть это обозначает, что он смотрит на наши усилия, да, говорит, молодцы, должны стараться, вот, но простите, другой план. И поэтому и он дает какое-то понимание, что вот он, может быть, не осуществил нашего какого-то желания, но он дал нам какое-то понимание, что вот это должно быть так. Даже если не поняли, просто примите потом, чуть позже, поймете, почему. Задавайте ваш вопрос. Да. В буддизме есть такой механизм, идет, что значит, барабанщик этот крупнул и пошел дальше, и он как бы за тебя молится, управляет все эти энергии. Да? Барабанщик, зависит, ну, барабанщик зависит, тебя молится, вера, да, это попытки механизации религии, да. Веришь или не веришь, это работает или нет? Если человек верит в эти вещи, они до какой-то степени будут работать. Вот, но это немножко, понимаете, если бы эти все барабанщики на 100% работали, я бы говорил, что вся планета крутила бы барабанщики, понимаете? Вот, и все бы вопросы легко решались. Вот, все эти буддистские барабанщики бы крутили, и все вопросы решались, ну, просто замечательно. Вот, поэтому здесь все-таки, я думаю, у источника всего, у него дифференцированный подход. Кто-то крутил барабанщик, сработал, а кто-то крутил, столько крутил, вот, но не сработало. Вот, поэтому здесь все немножко сложнее. Вот, поэтому технологии могут быть, но эти технологии взаимоотношений с Богом, они не механистичны. Вот, есть такая замечательная книга, сейчас уже, наверное, мало кто ее знает, «Садапуты Прабу» Ричарда Томпсона, «Механистическая и немеханистическая наука». Он еще написал ее еще в 90-е годы, там, до своего ухода, к сожалению, преждевременного. Вот. И там он объясняет, он самый большой ученый, математик, там, доктор наук и так далее. И вот он сначала там, первая половина книги, она вообще неразгрызаемая полностью, там, для математиков только. Вот. А вторая половина книги, он уже объясняет науку бхакти, как он говорит, вот на контрасте, допустим, вот с этой вот механистической наукой, он объясняет, что есть другая высшая реальность, но отношения с ней не механистические. Вот. Поэтому мы можем молиться, можем совершать ритуалы, можем крутить барабанчики буддийские и так далее, все хорошо, вот. Но здесь, поскольку Бог это не механизм, вот, то здесь никогда нет стопроцентной гарантии. Поэтому, как говорят христиане, если будет на то воля твоя, вот тогда да. То есть, поэтому его воля, она всегда первична, это первичный компонент, понимаете?
Все остальное уже техника, ритуалы и так далее, это все пожалуйста, да? Но его воля, она первична. Ваш вопрос. А вопрос такой. Кришна приходит каждый день, Брахма приходит на землю. Ну, написано так, что прямо. Брахма самое разумное существо по определению во Вселенной. И это самое разумное существо, которое, опять же, пишется, что он знает Кришну. Ну, в том смысле, что он там, Кришну ему там с ним как бы руку ему пожал, там он вроде как, ну, опять же, знает вроде как лучше, чем другие. И как вот, ну, ваша точка зрения, как же получается? Он получается, Брахма каждый день ворует у него пастушков и телят, и то есть на одни и те же грабли наступает самое разумное существо во Вселенной. Или Кришна не приходит каждый день, или вообще, даже если он через день наступает, то как бы это не соответствует его статусу. Чему не соответствует? Статуса самого разумного существа во Вселенной. Смотрите, это Брахма Вимохана Лила, когда, значит, Кришна обманул Брахму. Она о чем говорит? Что несмотря на то, что Брахма самый разумный, самый могущественный здесь, да? Вот, даже он уступает Кришне. А вот эта вот моха, иллюзия, да, вимохана лила, то есть введение в моху, в иллюзию самого Брахмы, это говорит о том, что даже высокий статус самого разумного, он же разумный Брахма по отношению к нам, не по отношению к Кришне, по отношению к нам, это самое могущественное разумное живо, да. Вот, то есть то, что он попался в иллюзию Кришны, это никак не дисквалифицирует Брахму перед нами, потому что по отношению к нам он все равно остается самым могущественным и самым разумным существом, понимаете? И потом нужно понимать, мы немножко вот так как бы идеализируем свои оценки, что какой-то человек говорит, допустим, он свободен, да, от недостатков таких, всяких, там, от вожделения, гнева, жадности и все прочее. Вот, но это не обозначает, что они ситуативно или эпизодически не будут у него проявляться. Они ситуативно, эпизодически могут проявляться. Допустим, чтобы зачать ребенка, извините, нужно испытывать вожделение к своей жене. Без этого никак, понимаете? И при этом этот человек может быть святым, когда зачинает. То есть это обозначает, что он испытал сейчас ситуативное вожделение, но вожделение не определяет его поведение по жизни, понимаете? То есть это ситуативная вещь, понимаете? Допустим, кто-то там впал в гнев, да, то есть же Шива такой спокойный, да, умиротворенный, она может впадать в гнев. Ситуативно. Вот, поэтому любой человек, даже сам, может испытать что угодно, и вожделение, и гнев, ситуативно. Но эти вещи, они не определяют его поведение по жизни. По жизни он может быть совершенно святым человеком. Но в каких-то определенных ситуациях и так далее эти вещи проявляются, понимаете? Вот, поэтому в нас есть все. Вопрос, что определяет, что является определяющим в нашем поведении, понимаете? Вот, если, в общем-то, в целом мы видим по жизни, что определяет его поведение, его отношение к людям, какие-то, ну, возвышенные вещи, концепции, там, гуны, благости и так далее, и где-то ситуативно мы его поймали на какой-то вспышке гнева или чего-то там еще, это не делает погоды, понимаете? Понимаете? Вот и все. Вот поэтому здесь не нужно вот, идеализировать, что этот человек, он свободен от всего, все, он сидит, и вообще у него ни гнева, ни вожделения, ни жадности, ни желания, ничего вообще. Ну, камень, понимаете? Вот, то есть любой человек, святой, какой угодно, он может что угодно испытать и что угодно провести. Но при его оценке мы говорим о его поведении, скажем так, в 99% случаев. А то, что там какие-то вещи происходят ситуативно, как Шива, там, которого не могла самая красивая женщина во Вселенной, Парвати, там, да, отвлечь его, да, он, потеряв там стыд, побежал за Махинимурти, да, это ситуативно, понимаете? Потому что для того, чтобы показать, что Кришна более могущественный, чем Шива, да, или Кришна вводит в иллюзию Брахму, значит, в этой Вимохана-лиле, это не делает Брахму дураком, понимаете? Вот, он как был уважаемым, разумным источником там всех вет, и так и остается. Вот. Но когда включается иллюзия Вишну, то здесь даже самый разумный, он теряет свой разум, понимаете? А то, что там какие-то вещи происходят каждый день и так далее, ну что это меняет, собственно говоря? Ну, простите, но я так просто, когда шел, пытался понять эту ситуацию, я просто вдруг начал смеяться, потому что дико мне, я решил, что Кришна просто прикалывается, как молодежь сейчас, просто над Брахмой.
Причем делает это каждый день. Нет, ну видите, это тут не нужно впасть в абсурд, как в этот день сурка, да, что вот там повторяются какие-то вещи каждый день и так далее. То есть это не так, что для Брахмы такой вот день сурка, да, что он каждый день наступает на эти грабли, что он каждый день крадет этих самых телят, и каждый день ему становится стыдно, и каждый день он извиняется, и следующий день опять делает то же самое. Немножко как бы такая, кажется, чуть бредовая, да, ситуация. Вот, то есть совершенно очевидно, что ситуации могут варьироваться. То есть лилы могут быть другими и так далее. Вот. То есть, собственно говоря, эта лила-то она, ну, Кришна-то себе сидел и завтракал, и спокойно никому вреда не делал. Да? Это же Брахме захотелось понять, если вот это Бог, то что он какой-то странный Бог, да? надо бы его проверить. Вот. Это была его инициатива. Вполне может быть, что Брахма сделал свои выводы. То есть я не знаю, таких утверждений не читал, что обязательно это Брахма и Махана лила каждый день продолжается. Поэтому здесь возможны варианты. То же самое, что сказать, вот сколько можно в футбол играть, одна и та же игра, да? 22 человека, один мяч, двое ворот, сколько можно играть? Вроде бы одни и те же правила, один и тот же стадион, все, но игра-то каждый раз разная, понимаете? Вот, то есть и вроде бы и забивает все время более-менее одни и те же там форварды, да? Вот, и так далее, но почему-то это каждый раз интересно, да? Потому что каждый раз какие-то там комбинации необычные складываются. Да? Вот, поэтому, или шахматы, да, вроде бы там все комбинации, все давно известны и описаны, да, партия такая, испанская, там еще какая-нибудь там, вот все это. Но тем не менее люди играют, потому что каждый раз как что-то такое новое появляется, какой-то элемент непредсказуемости, хотя вроде как поле ограничено, и возможности фигур ограничены, да. Но у человека есть калпана, воображение, вот это вот воображение, оно заставляет какие-то вещи комбинировать. То же самое может быть здесь. А можно еще? Да. Вот Ришабанишат, там такая фраза, что познать меня может только тот, кто в совершенстве познал этот материальный космос и меня. А, попасть на мою планету, в мою обитель может только тот, кто в совершенстве познал этот материальный мир и меня. Да. Вот как вы могли бы объяснить в совершенстве понять вот, и материальный космос, и Кришну? А что непонятно? Ну как, дело в том, что он сам говорит, я сам не знаю себя до конца, а тут он в совершенстве познать меня. Совершенство обозначает принципиальные вещи. Совершенство это Кришна. Познать материальный мир в совершенстве обозначает увидеть, когда этот материальный мир связан с Кришной. Санки. То, что Капила Дева объясняет в эти песни Бхагавата. Он описывает материальную природу в связи с Кришной. Вот, и там, да, это 14-я мантра, которая сказала, что человек должен в совершенстве знать Самбхути, я Самбхути. Самбхути это вот, скажем, там Верховный Господь, он говорит, должен познать меня, Верховного Господа, его святое имя, а также это временное материальное проявление со всеми его людьми, полубогами, там, животными и так далее. Зная это, человек попирает смерть, и, значит, может наслаждаться там. Вот. И, так и это то, о чем я постоянно и говорю. Кришна же в Бхагавадгите, 13 глава, 2 и 3 стих, он говорит, что знание именуется понимание поля деятельности знающего его. То есть поле деятельности – это материальный мир, а знающий его – это душа и параматма, душа и Бог. Поэтому знание именуется понимание и того, и другого. Потому что пока мы не понимаем материальный мир, мы не понимаем, как его связать с Кришной. Он уже связан, самбанха уже есть. Вот. Но если мы не обладаем этим знанием, то как мы свяжем эти вещи? Поэтому для того, чтобы служить Кришне, нужно понять, как мир связан с ним. Понимаете? Нет, смутило слово в совершенстве. Одну секунду. Алло. Сейчас заканчивают 5 минут уже, подожди. Подожди 5 минут, подожди, я сейчас приду. Совершенство, опять же я говорю, совершенство обозначает, совершенство это Кришна. Вот. И познать этот мир в совершенстве обозначает понять, как он связан с совершенным Богом. Вот. То есть, допустим, не нужно понимать совершенство в таком, знаете, каком-то вот, в смысле какой-то вот такой материальной детализации, там, все там по циферкам, все. Не в этом совершенство, понимаете? Вот. Смысл не в какой-то материальной детализации. Совершенство обозначает понять, как он связан с совершенным, с Богом, то есть каково его назначение. А можно не, в деталях запутаться, а понять именно принцип. А можно кратко просто сказать, понять вот это все, это просто полюбить его, Кришну. А вот полюбить это скорее уже вывод. Это уже практический вывод. Но это практическое заключение, полюбить.
Да, то есть можно сказать, что если человек полюбил, значит уже понял. Вот, но если в чисто философском смысле говорить, понять, вот, то здесь обозначает увидеть связь с Богом. Это означает понять совершенство. Связь, по-моему, очевидна. А если бы она была так очевидна, то мы бы все связывали с ним. Все, прошу прощения, нужно уже бежать по делам. Всем спасибо. Шима Бхагава Гита Ки, Джай, Прабхупада Ки, Джай, Джай, Самавета Бхакта Ви, Джай.